Всем привет, с вами StivePro, и сегодня вторая часть выживания в Майнкрафте Pocket Edition. Ну что ж, у нас ночь, и я тут достроил наш домик. Во-первых, я поставил пол, достроил пол и потолок, и во-вторых, я поставил нам стекла в нашем домике. Ну сейчас я еще раз повторюсь, у нас продолжается ночь. Поэтому давайте маленько поищем приключения, а то есть наших монстров. Сейчас их пока не видать, ни одного монстра, может быть они все попрятались, хотя нет, смотрите, там был крипер, здесь у нас паучок, так, мочись, ну и мы его, конечно, убьем, так, там еще зомби плавает, и скелет, так, туда опасно подходить, эй, нет, одно хп, нет. Уходим. Сейчас можно умереть, нет. Мне пока этого не надо. Везде нас окружили эти пауки. Я не успею даже включить мирную. Так, забираем сюда. Надеюсь, они ушли. Фу, нет, главное не упасть. Так, все, быстро включаем мирную. Извиняюсь за то, что так, я, так сказать, включаю мир, но я не знаю, что еще можно сделать. Если мы сейчас умрем, то мы прокакаем наш дом и прокакаем все наши вещи, да. У нас нет кровати, на которой мы могли бы поспать. Поэтому нам нужно быть осторожным. И также, если вы хотите третью часть выживания, ставьте лайки и пишите комментарии. Так, ну вот у меня, кажется, было с собой мясо. Я маленько попутал. Ну, давайте сейчас посадим нашу березку. Березы среди ели, да. Ну, здесь какой-то странный биом. Слева березы, справа дубы и... Ой, слева елки, а справа березы и дубы. Ну, там был такой биом, увидели. Так, пещерка. Ну, давайте, может, найдем какие-нибудь ресурсы. Здесь у нас темно и нифига ничего нет. Ну, тогда нам делать нечего, и мы копаем камень, да? Вообще, как-то скучно у нас проходит, но зато здесь очень много мобов. Курочка. Смотрите, еще одна коровка. Я говорю, этот, как, так сказать, ну, не знаю, биом очень богат своими животными. К сожалению, за всю игру я не увидел ни одного кролика, но зато я вижу тростник, к которому я сейчас хочу спуститься. Давайте мы разгонимся. Надеюсь, мы нормально спрыгнем. Смотрите, повезло. Прямо чисто в воду. Маленько оставалось до блоков. Так, тростник. Ну, я не знаю, зачем он нам нужен. Мы можем из него сделать книги. Ну, книги нам нужны для очарования. Очаровальню мы можем сделать только тогда, когда у нас будет обсидиан. Обсидиан у нас будет только тогда, когда у нас будет алмазная кирка. А алмазная кирка у нас будет только тогда, когда у нас будут алмазы. А алмазы будут у нас тогда, когда мы их найдем. Вот я хочу убить сейчас овечку. Ну, так сказать, поднакопить на кроватку. Чтобы если мы умрем, то мы возродимся у нас дома. Первая шерсть. Первое убийство овечки, да, за всю игру. Так, маленькая, ну, у тебя толку вообще нет, иди покупайся. Вот сейчас будет муторно. Залезать наверх. Да, и вправду там очень много. Все надо ставить. Блин, не так поставил. Ну, и тогда мы будем использовать тебя, береза. Давай, помогай нам. Все. Все. Все, все. Так, ну что ж, давайте вернемся в наш домик. Но сначала мы убьем эту коровку. И вот нашу еще одну овечку. Теперь у нас две шерсти. Нам не хватает всего лишь одной. Но это немного. Мы сможем это все найти. Я надеюсь. Ну, береза у нас еще пока не выросла. Наверное, минут 5 нам еще придется подождать. Может, год. Ну, если по майнкрафтскому времени, то год. А по нашему, то минут 5. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.